Доброе утро. Сейчас у нас без 20:10 я еду на работу. Ну, сейчас поеду, автобус приедет. Вот, потом сгоняю тут на две квартиры. И все. Сегодня, короче, по плану помыть полностью всю 14-этажку, чтобы было чисто. Потому что мне нужно будет на квартиру в 12, а сейчас у нас еще 10 нету, поэтому я эти 2 часа проведу с пользой. А там посижу, если что, на работе, и потом поеду уже в сторону квартиры. Повезло же сегодня, что у Дениса выходной второй, ну вот, поэтому мне хоть не надо вот сегодня бегать прям. Вот, я сгоняю по своим делам, все сделаю, переделаю, а там уже он малую заберет сам. Ну и мне сегодня повезло, едет автобус новый. Их запустили, по-моему, тем летом, если я не ошибаюсь. Да, вроде. Короче, едет новюсенький. Там эти USB всякие. Короче, типа телефончик можно зарядить, там камеры, короче, по всему, по каждому углу натыканы. Прикольно. Ну, в нем так холодно, он вообще холодный пипец. Эти наши стародавние, блин, вообще теплые капец автобусы. Ну, короче, я только на этой квартире. Тут вообще, казалось, съехали. Я думала, у них просто выселение тут будет. В итоге хозяйка поехала на девятовку, а я тут недалеко от дома своего шкрябаюсь. Короче, сейчас, если гонца, тут уборку сделаю. Тут чисто, только единственное, что вот, ну, вот плиту сильно прям пипец загадили. А так, в принципе, ну, как бы нормально. Вот, постельное поснимала. И тут, короче, такой марафет такой слегонца забасить надо. Поэтому вот так. Вчера Денис на меня говорит, нам продавец на работу нужен. Говорит, типа, иди к нам. Я говорю, да, блин. Я дома, блин, это... Ему уже задолбало, еще и на работе меня там у него не хватало. Я говорю, да. Я говорю, угу. Короче, все. Убираем. Потом нужно в магазин сгонять. Ой, что-то слабость вообще такая, пипец, я не могу уже. Который день просто. Ничего не хочется есть. Я сегодня пошла, вообще ничего не пила, не ела. Купила, пошла себе энергетик, динамит попить, потому что, блин, все, капут. В итоге в мышцах прям такая ломота какая-то, я не знаю, такая слабость просто, как будто я не знаю, что там, блин, делала. Бежала марафоны, блин, походу 2 дня подряд. О, Господи, хоть эти люди святые повымывали за собой сковородки, кастрюли. Вот просто все за собой помыли, тут останется только, ну вот, ну чисто вот поверхностная вот такая вот уборка и все. Сейчас буду вкусно кушать. Вот у меня 2 сардельки и картошка жареная. Короче, купила Полине 5 тетрадей в линейку. Сухарики с сыром. Йогурт. Денису йогурт. 6 биточков. 4 сырка. Чупа-чупс Полине. Кролихи. 2 морковки. И 3 в одном. Все, больше ничего не брала. Все, буду сейчас кушать, только вот пожарилась. Ой, поэтому всем приятного аппетита. Я понесу тетрадки, положу. Я вспомнила сама. Почему меня ум подвел? Потому что 400. 400! Кукуты! А сначала же сказала 400. 400, потому что. А меня ум довел. 400. 400. Меня ум довел. 100. Жираф. Мапа. А что с ней? Оп. Ты представляешь? Ты перлонил за что-то абсурд. Гуська, а я вот ничего абсурда здесь не вижу. Кролик. Кролик. Погружение хищников.
А кто это? Корова, что ли? Нет. Я думаю, публике должно это понравиться. Кто пришел? Кто ко мне пришел сюда на кровать? А, ляленька, красавец. Ой, дитё. Давай ложись, завтра же свадьба. Ой, а подарок-то есть? Да не успел, утром найдем. Кнопочка. Маленькая девочка. То есть это я ее положила. Маленькая девочка. Ушки. Ушки на макушке. Начистила, значит, картошку. Вот уже почти-почти закипела. И практически готовы Полинины любимые котлеты. Как она их называет? Рыжие. Они очень вкусные. Это биточки куриные. Вот, поэтому готовлю, стою. Соберу на обед. И пойду скоро тоже укладываться спать. А по поводу этой моей, так скажем, болезни, которой я болела недавно, это вообще что-то с чем-то. Я подозреваю, что там был, наверное, по-любому омикрон. Потому что многие описывают именно то, что было у меня прям конкретно. Ну, в плане 2 дня температура бешеная. С потом таким, что просто пипец, обливает тебя просто как с ведра. И вот температура была 7 и 8. А сегодня просто такое чувство, будто к рукам и к ногам попривязывали какие-то кирпичи. В мышцах такая какая-то тяжесть, усталость. Просто как будто, я не знаю, блин, будто я там в спортзал ходила, там каждый день по 3 часа какие-то там гантели тягала. Это настолько все прям тяжело. Я пока квартиру, короче, подготовила к сдаче. А для меня эта квартира была просто как будто я штуки 4 их сегодня подготовила. Вот, когда была температура, у меня, значит, ни кашля, ничего не было, а уже когда это все прошло, кашель вылез спустя только 4 дня, в принципе, ну, как бы, там, покашливание, а не даже кашель, вот, насморка не было, ничего не было, ну, сильно поясница прям болела, и оно все такое прям, как будто простуда, но именно вперемешку, да так, типа неправильно как-то болела, что я не знаю, говорю, даже как описать эту фигню, и прям очень все странно, все очень странно, но слава богу обошлось, но просто единственное, что я сейчас много прям сплю, потому что просто упадок сил какой-то. Очень надеюсь, что на днях эта фигня вся пройдет, потому что сегодня я поела картошку с сардельками, а до этого, короче, ела только 1 раз в день, ну, собственно, как и сегодня. А если, допустим, что-то я готовила или просто видела еду какую-то, мне от нее просто аж ком в горле вот здесь, и было ощущение, сейчас вырвет просто. Это был какой-то капец, я не знаю, что за фигня такая. Ну, короче, попало так попало. Ну, слава богу, температура закончилась, отболела. Мышцы, не фигня. Может, какие витамины куплю, не знаю, но пронесло. Хотя все равно говорят, что это фигня, заражаются и, ну, как бы, и снова. Поэтому не знаю, что у меня было. Слава богу, осложнений никаких не пошло. Короче, все. Готовлю, значит, кушать. Осталось еще буквально пару минут. Все приготовлю, пойду спать. Поэтому всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.